зачет приходит только к самым лучшим горожанам. И вот то пожелание, которое вы выясните, обязательно сбудется для нашего города в следующем году. Очень хорошее пожелание заказывали, правда? Конечно. Нужно развивать и прочитать. Забудем о пробках. Горожане будут добираться на работу на велосипедах. Ну хорошо. Выбирайте самое лучшее. Сейчас посмотрим. Так. Что это у нас? Так, здесь мне написано «Отменят автомобильный налог». Ура! Никаких фокусов, да? Никаких фокусов. Странно. Во дворах города проведут ямочный ремонт. Очень актуально, как владельцы автомобиля просто. Очень клево. Развязывайте эти. Бесплатных парковок в городе станет больше. Можно уже? Да. На городских улицах станет больше велодорожек. Ой, не, ну это клево. А цена на сахар снизится в два раза. Ну вот это не совсем может быть хорошо. Зачем если нам так? Поезжать можно совсем, да? Ну да, ну в принципе цены могут снизиться. Но на сахар, может, начали бы с чего-нибудь более нужного для организма. Да, вы смотрите. Отменят сертификацию для предпринимателей. Это уже тоже неплохо. Предприниматели наконец-то оживятся. Наконец-то. Оживятся, да, вздохнут. Очень хорошо. Давайте. Разворачивайте и покажите в камеру, что вам достало выпало. Ух ты! В мышках откроют футбольный манеж. Наконец-то! Ура! Ура! Мои сыновья будут очень рады. Ваши сыновья футболисты? Значит, большой любитель. Готовые стать, да? Большой да, любитель. Большой. И, ну, почитайте и, пожалуйста, в камеру потом покажите. Хорошо. Шустренько. Точно. В Уроде состоится концерт звезд мировой величины. Вы увидели? Да. Большанки открывают по детским садикам.